В минувшие выходные на реке Лени 8 километрах выше по течению от поселка Батамай Кабяйского района из-за сильного бокового ветра к правому берегу прибило теплоход Степан Аржаков. На судне находились 98 пассажиров, следовавших по маршруту Жиганский-Якутск. Людей эвакуировали на вертолетах. Репортаж Афанасия Николаева. В спешном порядке к терпящему бедствие теплоходу на вертолете Ми-8 была направлена десантная группа службы спасения Якутии в составе 4 спасателей. Борт пробивался к Степану Аржакову через снеговые заряды и низкую облачность. Мало того, предполагалось, что рядом с места ЧП нет площадок, пригодных для посадки воздушного судна. Поэтому брали альпинистское снаряжение вертолетное, чтобы спуститься, пилы с собой, подготовить площадку для вертолета. И потом уже эвакуировать пострадавших. Но обошлось без этого, вертолет смог подсесть. Степан Аржаков стоял у берега с заметным креном на правый борт. Спасатели приняли на борт первую партию пассажиров теплохода. Замерзшие и усталые, они рассказали о том, как экипаж Аржакова пытался снять судно с мели. Стоит отметить, что на берегу пассажиры теплохода не растерялись, а сразу развели костры, увели самых маленьких детей в ближайшую избушку, а команда судна предоставила горячую пищу. И как-то они старались как-то оградить от холода. А команда, например, вот деревья они собирали, как-то укрывали, ну и горячая вода была. Ну так-то и ужин был у нас бесплатный, кормили всех. Ну, ребята молодцы. Они делали то, что в их силах было. Вертолет полярных авиалиний эвакуировал 27 человек. Из них 3 детей. Остальных пассажиров вывезли на вертолете МЧС России. Воздушные суда доставили их до села Булус Намского района. Откуда вездеходами службы спасения Якутии их вывезли в Якутск. Пострадавших нет. Эвакуация вы...